Региональные чиновники вплотную занялись вопросами охраны окружающей среды. На заседании областного правительства состоялось обсуждение целевой программы по развитию водохозяйственного комплекса в нашей области. Этот документ в долгосрочной перспективе поможет привлечь федеральные средства на сохранение и восстановление водных объектов региона. Для всего водохозяйственного комплекса области остро стоит вопрос негативного воздействия вод, проявляющегося рядом факторов. Заявление и зарастание русел водотоков, подтопление во время высоких паводков территорий населенных пунктов, разрушение берегов рек. Не менее значимой остается проблема эффективной охраны водных объектов, в том числе относящихся к особо охраняемым природным территориям. Существующая сеть мониторинга на поверхностных водных объектах недостаточна и нуждается в восстановлении, расширении и усовершенствовании. До 2020 года на восстановление и экологическую реабилитацию водных объектов предполагается направить более 930 миллионов рублей. Это преимущественно федеральные деньги. На данные средства предполагается расчистить русло рек Тезов, Шуи, Вязьма, в Тейкове, Вергуза в Ивановском районе. Кроме этого, планируется провести экологическое обследование 65 водных объектов региона, которые хотя и имеют статус особо охраняемых, но на деле контроль за ними не осуществляется. Даже те водно-болотные экосистемы, которые имеют статус ООПП, они не имеют должной документации, не имеют паспортов, четких границ, и поэтому режим охраны нарушается. Кроме того, некоторые уникальные комплексы, например, Уткинский торфяной болотный комплекс с выходом ключей в окрестностях деревни Каликино Фурманского района и многие другие, не имеют статуса ОПП, хотя является уникальным не только для нашего региона, но и вообще Европы в целом. Что касается питьевой воды, то качество ее весьма невысокое, уже на границе с нашими соседями, Костромской областью. А ниже по течению в городе Плесе она становится еще хуже, так как в реку попадают недостаточно очищенные сточные воды. Первый межграничный створ с Костромской областью, который говорит о том, а каково же качество воды приходит к нам сверху, транзитом. Это город Плёс, деревня Миловка. 2010 год. Характеристика воды по пятибалльной системе характеризуется как очень загрязненная, 3Б. В 2011 году качество воды не изменилось. Превышение по основным характерным аналитам – это железо, это в долях ПДК, то есть в 7,2 раза в 2011 году, марганец и медь. Средства целевой программы пойдут не только на защиту водных объектов от людей, но и на предотвращение возможных последствий разгула стихии. В поселке Холуй на Тезе и в Лухе на одноименной реке построят береговые укрепления, чтобы снизить площади возможных подтоплений. 8 гидротехнических сооружений области капитально отремонтируют, в их числе и плотина на реке Талка в Иванове. А в Юрице продолжится реконструкция дамбы. Если ремонт не завершить, то при выпадении обильных осадков нижняя часть города окажется под водой. И этот населенный пункт повторит судьбу Крымска. Любовь Почерникова, Андрей Семиволков, РТВ Иваново.